Добрый день, друзья, это Генри Хердман, и сегодня я хотел бы ответить на вопрос одного из читателей моего блога. Это мой очень хороший друг, его зовут Антон Филиппов, и он задает вопрос, какой главный совет вы даете новичку в MLM? Вообще вот эта традиция брать советы пошла от Дона Файла, человека, который является звездой сетевого маркетинга, звездой MLM. Человека, которого я знаю лично, у него огромный дом, 4000 квадратных метров поля для тенниса, для гольфа. И этот человек когда-то пришел в MLM простым дистрибьютором и создал эту карьеру. Он также известен своей книгой «10 уроков на салфетке». Всем вам я ее, конечно, рекомендую прочитать. Так вот, так как вот эту рекомендацию давать совет новичку дал Дон Файло, он предлагает каждому новичку обзванивать 5 своих вышестоящих спонсоров и просить дать совет. Тем самым он может знакомиться, ну и взять что-то полезное для себя. Мы это используем в своей группе, ну не всегда, но используем. И первый совет я хотел бы, точнее в первую очередь я хотел бы и совет дать такой же, какой мне дал в свое время Дон Файло. Он говорил о двух вещах. Когда, прогуливаясь возле Красной площади, я его спросил: «Дон, в чем же самый главный совет для новичка?» Он сказал: «Это только одно – терпение и настойчивость». Терпение и настойчивость. А нет, не одно, два – терпение и настойчивость. Потому что все остальное придет, вы всему научитесь, но важно, чтобы вы были терпеливы, настойчивы. И он всегда говорит о том, что это марафон. И если вы готовы преуспевать, то вам нужно быть готовым к тому, чтобы и ждать этого успеха. Вообще в этом бизнесе есть две категории людей. Первая категория самая большая. Это те люди, которые не преуспевают. Знаете почему? Они уходят из нашего бизнеса, у них нет терпения и настойчивости. Есть вторая категория людей. Это те люди, которые преуспевают. Кто это? Это все те, кто остались. Это все те, кто остались. Поэтому, если вы в своей компании посмотрите на людей, которые 10 лет в вашей компании, в вашем бизнесе, точно так же, как и я в своей компании вижу людей, которые 10 лет в нашем бизнесе, я вижу, что все они преуспевают. Ну и еще один совет, который я даю. Набрать 15-20 человек в первую линию в первые 3 месяца. 15-20 первых линий в первые 3 месяца. То есть это давать большое количество информации, понемногу, но большому количеству людей. То есть небольшое количество информации большому количеству людей. То есть в итоге вы даете большой объем информации, но маленькими частями разным людям. И вот то, что я вам могу сказать, это самое главное. А затем спонсировать 3-5 человек каждый месяц. Не занимайтесь самообманом. Пока вы не дошли до самой высокой ступени в карьерном плане, вам не нужно переставать спонсировать. Спонсируйте, спонсируйте, спонсируйте. Вот эти два совета я хотел бы передать Антону Филиппову, всем остальным. Это то, что я обязательно говорю новичкам. Терпение, настойчивость. И спонсирую 15-20 человек в первые 3 месяца, а затем 3-5 человек каждый месяц.